другой вода под сейчас поедем. Да, я говорю тут. В камеру. Едем на таком вот автомобиле. Комфортно тут. Кондиционеры есть. На улице там деревенская деревня. Провинция. Люди там все чем-то занимаются. Ладно. До встречи на следующем водопаде. Ну почему? Я не знаю. Приехали на следующее место. Это водопад Тукат-Чепунг, который ты мне в списке показывал. Говорили потом. Ну и пойдем, чего. Где этот? Тикет-офис. Какой-то. Конструкция. Пальцы какие-то приделаны как это. Нелепая пасть. А, Кинг-Конг. Жив. Эспрессо хочешь? Кофе. Ну, туалет надо тебе? Смотри, на дороге зайдем. Десетембуко. Храм. 135 миллиардов рупий. А, это доска тут какому-то этому инвестору, который там пожертвовал 135 миллиардов рупий на строительство этого храма. И вот, добро пожаловать, Тукат-Чепунг. Ну, тоже красиво все, молодцы. Что мне нравится, тут везде прибрано. Мусор, мусора нет. То есть, когда деньги берут, тут небольшие, пусть 20, там 15, 30 тысяч, там 1,5 евро. Да, ну, видно, хоть за дело берут. Красивые тоже растения. По делу. Чем заплатишь, там большие деньги, там как на помойке хочешь. Да. И опять опасные спуски. Потом крутые подъемы. Головную лапу. Здесь дрын не дали. Фу, крутые ступеньки. Однако. Пришли тут, короче. Дали, все-таки выпросили мы дрын. Дают. Иначе тут тяжело больным трудно будет. Короче, кругом такое место более туристическое. Что там такое? Ну что это? Я отсюда вижу только то, что нам еще далеко вниз идти. Happy Frog. Кафешек много. Видно, попсовое место. Ну ладно, что. Я думал, оттуда видно. Да. Начинается. Ну, молодым-то везде хорошо. А нам летать кому за 30 уже нелегко. С палками, с дрынами идут все. Какой-то карикатур мне напоминает. Ну что, палку держать что ли? Вот он, вот подошли мы к водопаду. Это вот что шумит. Вот он. Вот. Вот водопад. И что? Какое-то гидротехническое сооружение. Дамба. Да. Ладно, высота. Водяной, водного канала. Канал с водой. Плантация, терраса там. Не знаю, пруды. Там даже не эти, не риса. Рыбу выращивают, наверное, или может тут не водоросли же. Ну, красиво вообще.
Вот. Заслонка. Вода подает, что давайте. Доверяем. Находимся мы, я посмотрел там приложение, на высоте 950 метров над уровнем моря. Это учитывая, что наш отель практически на уровне моря находится, там метров 10-12. Ну, почти на километр уже поднялись, еще потом выше поедем. Дано Батур, это озеро возле вулкана, там водопад еще один, Белочек. Высокогорное озеро, но в кратере вулкана. Ну вот он, водопадик-то тоненький, там еле-еле капает. Но он находится в пещере, там пещера, сейчас пойдем посмотрим. Даже фонари сделаны, если ночью кто-то пойдет. Стримал надо. Шлепать в шлепках. Блин. Не завалиться бы тут. Ступеньки, блин, как и наверх будут. Не больше полметра высотой. Однако. Извращенцы умеют, блин, создавать трудности на ровном месте. Делали бы какой-нибудь эскалатор бы сюда поставить. Подъемник. Так я вам там что-то кипятком пихает. О, вот и водопад. Waterfall. Вот я думаю, стоит ли по мокрой воде ходить. Я-то не пойду, мне это вообще расписано. Ну не ходи, стой здесь, только не упади. Не навернуться бы тут. Не, ну место такое. Если камень, каньон, короче. Если камень сверху не упадет, то нормально. Ну, что он там? Зубы скалит. Ну, будет она идти или не будет, тоже там. Сейчас меня толкнет и что в воду. Ноги мочить неохота. Потом подниматься. Шлепки скользкие будут. Я дальше не пойду. Там люди идут, ну вообще. Там лестница куда-то есть. Но я что-то не хочу ноги мочить. По своим традициям пошел я по воде, потому что там вот он водопад этот, про который я говорил. Да, тут глубоко. Только в шлепки меня не уплывет. Будет беда. Придется босиком ходить. Вода для купания прохладна. Легендарный водопад Тукач-Чепунг. Или это целый костав там тоже. Здесь купаться можно, даже он сейчас сразу в такси. Мокрым у него охота ехать, смертная одежда есть, но она у нас приготовлена для горячих источников, до которых еще надо доехать. А вообще-то так, я беру опять же сюда. Но это не для любителей, кто там с высунутым языком бегает. Вообще приезжаю точно на несколько часов, поплавать, отдохнуть, обсохнуть, в кафешку сходить там, фреш какой-нибудь выпить. Вот еще один водопад. Видно. Здесь хоть воздух такой бодрячий, влажный. Среди джунглей. Так, ну и что? Заканчивать буду здесь съемки, прячу камеру, так удобнее будет расходить. И будем подниматься наверх. Красота.
для себя считается родным, любимого на фоне водопада приезжать сюда. Хорошее место. Так, ну по дороге к озеру Дану-Батур заехали, тут есть такой музей бесплатный, построенный за счет ЮНЕСКО, он и финансирует деятельность этого музея, посвященная горе Данур, ну и геологии вообще. Здесь история образования этого вулкана, озера Батур. Батур. Пойдем посмотрим. Надо заполнить анкету и все. Вот это местность. Вот озеро, куда мы едем. Озеро в горах. Вот оно, гора. Вот. Можно посмотреть, где и что. Сейчас будем смотреть. Это макет геопарка ЮНЕСКО Батур. Вот. Вот это вот все, включая озеро, это кратер вулкана Батур. Вот там образовалась здесь середина, номер 3. Это новая его вершина. Ну там со временем она просто поднималась. Как бы так, сейчас остановилась, может когда. А это рядом самая высокая гора на Бали. Ее, кстати, издалека везде видно, с любого конца острова. И называется она Абанг. Ну вот это вот разноцветные такие, как нить натянута, это дороги, тропа. Здесь для трекинга есть. Ну то есть можно гулять, подниматься, опускаться. Вот. Для тех, у кого крепкие здоровья. Ну мы сейчас, в принципе, тоже наверх поднялись. Юрий Иванович землю крутит. Здесь мы, да? Да, да, да. Нам надо. Старая земля. Иван, я еще есть. Я а вот она, да-да-да. В Эстонии нету. Нам надо сюда. Почему? Вот, Балтийское море. Ну, да, самолет сначала туда прилетит. А, ну, сюда, вот, Париж, да. Потом сюда куда-то. Ну, вот, если точно, вот Финский залив, вот, этот, да, вот сюда. Вот это. В Тарту. Аэропорт есть? Есть. Да, мы сейчас находимся. Ну, нельзя трогать. Вулканическая бомба. Это такие улетают вот при взрыве вулкана, при извержении. С огромной скоростью. Но это еще не самое большое. Это с разных вулканов. В Индонезии много вулканов разных, короче. Вот, если что, сама Индонезия. Вот, огромная территория. Наверное, корабль 1883 году. Цунами было, занесло далеко в джунгли. Корабль. Но цунами из-за извержения вулкана. И вот это сейсмически активная зона. Вот она. Суматра, Ява. Вот мы здесь находимся. Бали. И здесь все это сейсмически нестабильная зона красным отмечена. Ну тут разные эти горные породы. Ну что, познавательно. И там отмечено, откуда, где они найдены. Ну, вот там то, что происходит внутри, вот это посередине, это вулкан Батур, а рядом Абанг. Ну, тоже как бы осветлением вулкана этого является. Ну, периодически происходит извержение. Самое последнее, вот оно было в 1974 году. Когда будет следующий раз?
кто знает. Надеюсь, что мы озеро тоже увидим это. Туристы там что-то увидели. Пень от дерева. Вот этот баобаб. Гладкий. Пни местных деревьев. Это вот такой вот багиан. Рысь. Тут в храмах раскопки делали. Нифига себе такой дрын. Толще нога. Не злой делал. А это женщина. У нее все как надо. Ничего лишнего. Короче, древний храм был тут на территории, прилегающей к вулкану. Были раскопки, мы там смотрели чашки, там всякие горшки. И так, как и везде. А тут все-таки интересно это вырезано. Вот. Это как они жили в 19 веке, вот трофейные плантации. В колониальные времена. Я был там голландской колонии. На севере острова найден средневековый скелет, захоронение. Вот, вот этот скелет, череп, каждая кость подписана, все как надо. И сделали вот такую. Моделирован вот этот череп, и вот типа он принадлежал женщине, и вот такой он говорит, так она приблизительно должна была выглядеть. Вот. Были внизу, вид сверху вот этого всего. Вот это территория геопарка, сам вулкан, вот он, бывший кратер был вулкана. На его месте озеро, и растет новый этот жерл, который периодически извергается. Вот там серая посередине, это лава. Там вытекает. Сейчас, конечно, так нет, там здания, всякие постройки. Там ближе подъедем, может быть, увидим. Вон бананы, видишь? Фиолетовые, да? Такой сорт. Попробуем. Что-то бананчик. Целый день. Не емши, ничего. Дождь пошел. Не, ну джунгли красиво, конечно. Да, неделю мы еще это все посмотрим. И потом, что будет через год, никто не знает. Будем ли мы еще или не будем. Ладно. Надежда брать последний. Ну какой папоротник огромный. Как эти доисторические из юрского периода. Это действительно папоротник. Ну вот, практически спустились мы на землю, на поверхность. Дождь довольно сильный. Там еще лестница куда-то, но там храм. Мы туда не пойдем. Там храм какой-то, я так понимаю. Ну это тут. Парковка, прилегающая территория, там куча мусора. Почему не сожгли? Что-то брызгают там все. А билеты? Не надо. Не надо? Ты должен тут будешь 5 килограмм кофе купить. I'll show you the process, make coffee inside. I'm sorry, where you come from? From? Estonia. Estonia. Estonia, yes. Europe.
Europe, yes. Yeah, this coffee. Вот кофе. Вот он так и растет. А вот листья у них такие, да. Что-то листьев мало. Да, листья тоже так не есть. Ну да, да, да. What's wrong with it, like this? This is ready. Yes, yes. So you get a bean. Sorry. Oh. No. Sorry. I think more. Mm-hmm. Сейчас еще наломать. Короче, вот это вот готово. Там внутри бобы, их обжаривают. И можно пить. Get bean. This is ready, yes? Yes. Okay. Yes, sir. Mm. You get more smile after roasting. Mm-hmm. Mm-hmm. After roasting. Yes. Mm-hmm. А так он ничего не пахнет. Yes. Жижа, это пахнет. Yes. Mm-hmm. So, cinnamon. Mm-hmm. Корица. Mm-hmm. Нет, у них кора. Lip, кору. You get also a smile. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да. Cinnamon. Короче, кору собирает это. Пряность получается. Durian tree, this is a big tree. Strong smile, that's no seeds, yeah. No fruit. This is coffee, yes? Нет, yes, дуриан. 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 Yeah, next, you get taste like a Bali coffee, coconut coffee, yeah, lemon tea, this is a mangosteen tea, rosella tea. And also we have a luwak kopi. Mm-hmm. Luwak kopi. It's we know luwak. Kopi. Yes, yes. Mm-hmm. And we have also I show you the sample for animal. Иди первое. Я не слышу ничего. I show you the animal. Так, куда у нас ведет-то? Что там дальше произрастает? А, люак. Они спят. Вот они поедают вот эти красные. Yeah, sleep. Yeah, sleep, still sleep. Active night. Mm-hmm. Every night we open, look around here, and morning back here again. Ну вот он, короче, пожирает плоды вот эти кофейные. И потом у него он с какахами выходит. Эту колбасину промывают и делают кофе. Jackfruit. Вон, файн. Нормал кофе. Not yet, you get a smile. After roasting, you get smile. This is not roast, yes? Какахи эти, люфак. And this is too luwak, yes. Luwak, yes. Пахнет. А это балийский кофе. Это корица. Cinnamon, ginger. А вон она обжарена. Black pepper. Черный пеппер. Лук, гарлик. Ну и что тут получается? Ну это вот что такое? Бали кофе. Это подкашки? Да, лизни. Вон она жарит там. А это кофемолка. All by hand. Красиво это получается. Интересно, какой там на вкус. 40 минут, yes. Ну кофе-то пахнет. Mm-hmm. Свежий. Yes. Get a powder. And this is luwak coffee, yes? No, this is normal coffee. Bali coffee. Bali coffee. Mm-hmm. Yeah. We also luwak coffee. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом прикинь, такие мы эти мешки. На площадке. Кстати, тут прохладно. Видно высоко в горах, не жарко. Вот вид на джунгли, кокосовые пальмы там. А, ты хочешь это, на качелях? Свинг?
Скажи, что я боюсь. Дурен копи. Мэрис дурен. А, ну все подписано. Ну короче. Да, мы в остатке не целую выпиваем, а по чуть-чуть вам, по-моему, да, одинаковых. Одинаковые. Есть. У вас подписано это с вашей стороны. Это одинаковое, да? Дуриан, Бали. А потом... Они разные. У них балийские. У нас там все это дегустации по традиции завели нас в лавку, где продавались эти там чаи, кофе. Но они вкусные, да, ничего не скажешь. Ну, 100 грамм, 120 тысяч, 130 тысяч. Лювак 300 тысяч. Однако... Very expensive. No tips. Хорошо, good.